Женя Балецкий, Евгений Балецкий, тебе добра желаю, счастья, тебе добра и здоровья. Это я тебе говорю, Яченников Виктор. Я нищий. Найдешь меня, школьная 392 в Константиновке. Яченников, моя фамилия. Я сейчас бомж, увижу в городе. Но я бомжом не был и не буду. Я люблю голубей. Я Красную Горку, весь город знаю вдоль и поперек. Я за свой родной Мелитополь, как и ты. Вот. Если надо оружие взять за Мелитополь, я возьму. Только на твоей стороне. И то, что будет, то будет. А что будет? Я желаю добра. Лишь бы у нас войны в городе, чтобы заводы. Женя, сделай, чтобы заводы, чтобы люди работали. Я тебя прошу, пожалуйста. А зачем оружие брать? К чему вы не это? Не надо. Я говорю, чтобы оружия не было. А не так, как в ДК Шевченко это все происходит. Так оружие же взял как раз представителя по блоку. Я знаю. А зачем он его взял? У них надо спросить, козлов. Они взяли его.